Сегодня в Барнауле воистину беспрецедентное событие. Впервые у нас в городе проходит первый всероссийский фестиваль спектаклей по рассказам Василия Макаровича Шукшина. Приедет более 200 участников. Артисты покажут 7 спектаклей. Но, естественно, всех вместить наш зал театра драмы не сможет. Поэтому для гостей устроили народные гуляния. Замечательная идея на родине Шукшина сделать театральный фестиваль. Потому что Шукшин очень театральный автор. И дело не в том, что он написал несколько пьес. И все его рассказы очень театральные, драматургичные. Да Иванушка, она меня звать. А я на тебя буду горб свой гнуть. А ху-ху, не ху-ху, бабуленька. Как считаете, Шукшин, он актуален все еще? Либо это все-таки... Я считаю, что актуален. Это все-таки он народный писатель, и поэтому людям очень он близок, и из-за этого люди идут на него на спектакли. Вы знаете, что происходит? Все ваши похвальные грамоты. Я не знала, просто мимо шла и зашла, и все, и... Форштейш, Прехан Зидович. Это такая выставочная история. Вообще фестиваль затевался для того, чтобы понять, вот как Шукшина читают в других регионах. Да? Мы его воспринимаем так, в других регионах по-другому. Поэтому тут не может быть победителей. Мы это сделали специально, чтобы жители края могли понять, он наш только или он еще чей-то. Мы привезли спектакль и цирк по... Шукшину. Очень волнительно, конечно. Москва по одному воспринимает. Мы очень волнуемся, как примете его вы. И надеюсь, что мы не раздосадуем вас и оправдаем ваши ожидания. Хорошо, давай так. Ты актер Давиденко, который будет исполнять роль Чередниченко. Да, вот так я думаю. Вот думать, конечно, можно, только как его сыграть, этого Чередниченко? Первый спектакль фестиваля и цирк Московского театра у Никитского моста увидел, кажется, весь Барнаул. В зале аншлаг. А вообще, организаторы говорят, что за время работы фестиваля постановки по произведениям Шукшина увидит 5000 человек. А завершится все постановкой от Театра нации, но это будет только 26 сентября. Дарья Идемилер, Илья Халяпин. День с толком.